У меня есть несколько пинцетов, с которыми я работаю, и для внутренних и внешних углов у меня есть отдельные пинцеты. Вот. Что скажу за пинцет Ветус? Он очень хороший, у него хороший захват, дополнительная заточка, но не всегда таким пинцетом можно маневренно подойти во внутренний угол. Я сейчас продемонстрирую. Вот. За счет вот этого угла и длины основания здесь не всегда, то есть у нас сейчас форма глаз более доступна, но бывают глубоко посаженные глазки, когда сложнее, то есть вам нужно разворот руки делать больше градусов, также внутренний угол. Вот, здесь больше наклон. И смотрите, я покажу на примере, если я возьму мини-эль пинцет. Так как кончики смотрят уже с наклоном вниз немножко, то есть нам не нужно настолько изгибать свою руку, наклон делать руки. Также внутренний угол, здесь тоже гораздо легче добраться. Поэтому обратите внимание на такие пинцеты, как мини-эль. То есть они более маневренные и гораздо легче добраться к внутренним и внешним углам глаза.